Доброго времени суток, уважаемые любители единоборств. Меня зовут Штаханов Николай. Я являюсь двукратным чемпионом мира, чемпионом Европы и многократным чемпионом России по кикбоксингу. Сегодня хочу вам рассказать про обманывающие движения через вынос колена. Для того, чтобы обмануть соперника через вынос колена, мне нужно сделать несколько акцентированных ударов прямой ногой в корпус. После того, как я понял, что соперник делает акцентированное внимание на защиту корпуса, я выношу колено на прямой удар, вращаясь на опорной ноге, заношу ногу на хай-кик. Еще раз. Акцентированный удар в корпус, выношу колено, вращаюсь на опорной ноге, заношу удар по голове. И еще чуть побыстрее. Хочу обратить ваше внимание на вынос колена. Вынос колена должен быть высоким, естественным, быстрым, для того, чтобы соперник поверил, что это настоящий удар. А иначе раздергивающее движение не сработает. Второй очень важный момент. Это поворот ноги и перенос веса тела с вращением таза. Находясь в позиции выноса колена, вам необходимо повернуться на опорной ноге, тем самым провернуть таз и вложить вес тела в удар. Если вы этого не будете делать, не будете вращаться на опорной ноге, удар, скорее всего, полетит снизу вверх, то есть не достигнет своей цели, либо вы упадете в сторону. Также после обманывающего движения вынос колена мы можем атаковать рукой, допустим, правой прямой. Итак, наносим акцентированный удар ногой по корпусу. После того, как я понимаю, что соперник также делает акцент защиты на корпус, я выношу ногу на прямой удар и пробиваю правой прямой. Еще раз. Во время удара правой прямой, после раздергивающего действия коленом, нога находится на весу. Вы должны вкрутиться в правой прямой при ударе таким образом, как будто вы этой ногой, которая на весу, отталкиваетесь от воздуха. Еще разочек повторяю. Ногой отталкиваемся от воздуха, вкручиваемся в удар. При этом вес своего тела мы забрасываем в удар, раскручиваясь в спине, в торсе, полностью вкладывая свой вес в соперника. Еще один очень важный момент. При выносе колена вы не должны оттягивать плечо для удара. Если вы это сделаете, соперник сразу поймет, что вы хотите ударить его явно не ногой, а скорее всего рукой. Правильный вариант – без отвода плеча. Большое спасибо за просмотр данного видео. Приходите заниматься в бойцовский клуб «Спарта». Подписывайтесь на канал Blood & Sweat. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всего хорошего. Мы разберем технику удара с разворотом ногой Ушира Гиря. Данный удар мы разделим на 4 этапа. Первый этап – это поворот. Удар же наносится с разворотом. Вот этот первый этап – это поворот. Делаем шаг, ставим ногу на носок. То есть я зашагиваю, начинаю уже вращаться с этим